Было время, когда проводили зорницы. Вот. Все школы выходили дружненько, также ставили палатку, они жили себе там, бегали, прыгали и проводились соревнования и районные, и областные, именно по туризму. Были маршруты, где люди получали, юный турист, спортивные разряды они получали. Сейчас немножечко это ушло, ну, наверное, это связано еще и с финансированием, в общем-то, этой отрасли. Потому что сейчас, скажем, купить палатку, это накладно, и туристическое снаряжение, эти вещи очень дорогие. Поэтому не каждая школа, скажем, может себе позволить. Но я думаю, то, что мы сделали в этом году, мы привлекли детей, скажем, 9 классов, средних классов, на наш слет. И 7 классы, которые у нас участвовали вот в выставке в музее, вот, я думаю, что это потенциальные наши, скажем, следующие последователи наших тех мероприятий, которые они проводят. Вот. И, конечно, большое спасибо и учителям, все буквально школ, которые откликнулись на это все дело. Директора школ, никого не было, даже слова не полслова, там, что это нельзя делать и прочее. Все там, все. Вот. Директора музея. Вот. И поэтому у нас очень здорово весь этот этап подготовки памяти Дорозула прошел очень здорово. Я считаю, особенно вчера, когда санировались дети, то они были очень довольны. И учителя, и дети. Они получили море удовольствия. Все этапы они прошли. И прошли так, на нормальном, в хорошем темпе.